Современные российские станки высокого качества теперь производят на ульяновской земле. О своей продукции и наработках компания DM Technologies решил рассказать на технологическом симпозиуме. Около 200 гостей из различных городов России познакомились с линейкой токарных и фрезерных станков с ЧПУ «Кобальт». Хотим нашим заказчикам рассказать о наших возможностях и о том, что мы выпускаем конкурентную продукцию. Очень много за последние 2 года уже поставлено оборудование нашим машиностроительным предприятиям, уже успешно работают, и поэтому мы с удовольствием готовы предлагать современное, технологичное, высококачественное оборудование с квалифицированной предпродажной подготовкой, которая производится как раз здесь, на площадке в Ульяновске. В рамках симпозиума прошла экскурсия по производству, где всем гостям показали цеха по сборке российского станка «Кобальт Т2». Рассказали о нюансах крупноузловой сборки импортных станков, а также продемонстрировали производственные мощности. Основное наше конкурентное преимущество, мы его не скрываем, мы всегда говорим, и это всегда показываем, это контролируемое качество оборудования. Потому что мы ведем как предпродажную подготовку импортного оборудования, крупноузловую сборку импортной поставляющей и, соответственно, сборку нашего станка. То есть это управляемое качество на всем процессе производства. Это одно из основных конкурентных преимуществ. Таким образом, мы можем гарантировать нашим заказчикам достойный продукт, который будет выполнять те требования, которые они к нему предъявляют. Также на симпозиуме была представлена насыщенная деловая программа. Докладчики осветили тенденции в области сервиса, компонентов для станков, режущего инструмента и решения по автоматизации в работе. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Управда ТВ.